Всем привет! С вами команда Carb Today, и мы продолжаем разговор об элементах быта. И сегодня мы рассмотрим сумки для хранения и транспортировки еды, а также кухонных принадлежностей. Сегодня у нас на обзоре сумки от компании Fox из серии Royal. Здесь у нас большая сумка-холодильник с обеденным набором, также две сумки с обеденными наборами на одну и на две персоны и чехол для посуды. А теперь давайте рассмотрим их поподробнее. И начнем мы с обеденных наборов на одну и на две персоны. Набор находится в сумке-чехле, который выполнен из очень плотного и качественного материала. Имеет усиленную рукоятку из материала EVA, что очень удобно для транспортировки. А также широкую молнию с двойным замком. Давайте посмотрим, что же там внутри. Набор на одного человека включает в себя столовые приборы, выполненные из нержавеющей стали. Здесь у нас большая ложка, вилка, чайная ложка, нож, а также штопор. В соседнем отсеке у нас находится пластиковая кружка с логотипом Fox, а также две маленьких и одна большая баночки с закручивающимися крышками. Эти баночки очень удобно использовать для хранения каких-то продуктов питания, например, чая, сахара, кофе. Далее у нас здесь находится пластиковая разделочная доска, пластиковая тарелка черного цвета с логотипом Fox и полотенчика, очень мягкое и приятное на ощупь, выполненное из микрофлиса с логотипом Fox. Какие общие впечатления от этой сумки? Она очень эргономичная, и здесь все продумано до мелочей. И при хранении ваших столовых приборов в этой сумке вы можете быть полностью уверены, что они не разобьются, не сломаются, и с ними ничего не случится. Есть еще одна небольшая особенность в этой сумке. Она заключается в том, что когда весь ваш набор находится в собранном виде, здесь еще есть небольшое пространство, куда вы можете положить что-то по своему усмотрению. Набор на две персоны находится в таком же чехле, но немножко большего размера, а также здесь имеется дополнительный отсек. По комплектации этот набор идентичен маленькому набору, но только здесь все находится в двойном экземпляре, кроме разделочной доски и полотенца для рук. Еще здесь имеется дополнительный отсек, который можно использовать по своему усмотрению, например, для хранения газовой горелки и баллона. Это очень удобно, когда элементы для приготовления пищи также находятся все в одном месте. Чем же так хороши эти наборы? Ранее, когда у нас еще не было таких наборов, мы сталкивались с определенной проблемой. И продукты, и столовые приборы, и газовые горелки со сковородками – все хранилось в одной большой сумке. В ней был полный бардак, и все перемешивалось в одну большую кучу. Из-за этого в ней было очень сложно что-то найти и нормально хранить. А благодаря этим замечательным наборам от Fox наша проблема полностью решилась. Далее давайте рассмотрим сумку для посуды. Сумка представлена в двух размерах. В большом, который идеально подходит для комплекта посуды из четырех предметов, и в маленьком для комплекта посуды из трех предметов. Например, у нас комплект посуды от Fox на 4 персоны. И он идеально входит в этот чехол. Чехол очень плотный, имеет удобную ручку для переноски из EVA-материала, также внутреннюю набивку, которая защитит вашу посуду, и усиленное дно. Стоит отметить, что этот чехол действительно очень удобный, потому что он решает вопрос с хранением и транспортировкой вашей посуды. И посуда всегда остается в целости и сохранности. С чехлом мы покончили и переходим к обзору термосумки. Это настоящая полевая кухня, и сейчас мы ее рассмотрим поподробнее. Габариты этой сумки 67 на 34 и на 36 сантиметров. Сумка очень плотная, у нее имеются две ручки для переноски из EVA-материала, но помимо них также имеется и большой наплечный ремень, который регулируется по длине. На ремне есть мягкие вставки, которые способствуют комфортной транспортировке. На всей сумке представлены очень надежные 10-миллиметровые молнии с двойным замком и большое количество отделений, которые можно по-разному использовать. Начнем с большого отсека. Центральное отделение представляет собой сумку-холодильник, который имеет два отсека, которые разделены между собой перегородкой. Помимо этого, здесь имеется карман на прочной молнии. Хочется отметить, что материал, из которого сделана сама термосумка, очень прочный. Это не просто полиэтилен, который у вас быстро порвется. И если вдруг у вас что-то внутри пролилось, этот материал очень легко чистится. Идем дальше. По бокам сумки с двух сторон у нас располагаются два одинаковых кармана на молнии,
В этих карманах вы можете хранить все, что вам угодно. Например, в одном кармане хранить продукты питания, а в другом газовую горелку и газовый баллон. Что же еще есть интересного в этой сумке? Два съемных термических тубуса. Снимаются они очень просто, буквально одной рукой. И вы всегда можете взять с собой этот тубус на мостик, чтобы сохранить ваш напиток прохладным или кофе горячим. Это тоже своего рода маленькая сумка-холодильник. Ну и напоследок, самое интересное находится у нас в переднем кармане. А здесь у нас находится обеденный набор на две персоны. Он точь-в-точь такой же, как и набор, который мы показывали ранее. Подводя итог, хочется сказать, что эти наборы и сумки действительно все практичны и функциональны. Выбирайте сумки на свое усмотрение. Их вы можете приобрести в магазине carpshop.ru. С вами была команда Carp Today. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем привет!